Сегодня буду делиться своей очередной покупкой. В этих коробочках есть то, что я ждала, просто вы не представляете как. Я, наверное, полгода ждала этот продукт, и он мне не доставался. То есть я знала о его эффективности, о его необходимости для нашего здоровья. Я его хотела безумно, и я не успела его заказать. Я так хотела, я следила, я бдила за сайтом, думаю, ну вот, я успею, я смогу, и мне не досталось. И честно, я была очень расстроена, потому что я думала, что он уже не появится. Но это свершилось, и вот буквально на днях он появился в продаже, я тут же его схватилась. Поэтому, если вам интересно, что же это за такой супер-мега-продукт, который я так сильно хотела, ждала полгода, но никак не могла себе ухватить, досмотрите это видео до конца, я обязательно вам расскажу. Ну а пока давайте откроем две этих коробочки, тут много всего интересного, набрала для себя любимые, для своих родных и близких, и сейчас я расскажу, что же здесь. Вот она, вот такая большая банка, и это, девочки мои, омега-3. Но не просто омега-3, это омега-3 ультра в большой упаковке, чтобы хватило на всю семью. Честно, я устала брать маленькие баночки, и когда вот одному дала, второму дала, третьему дала, в итоге раз — и баночка кончилась. Семья большая, должно быть много. И вот это не омега-ультра, в отличие от северной нашей классической омеги, она в более высокой дозировке и обогащена витамином Е. Витамин Е, благодаря своим свойствам, не дает окисляться омеги, и за счет этого она лучше усваивается. Ну, конечно, это не говорит о том, что наша северная омега не работает. Нет, конечно, просто если есть возможность, лучше брать омегу ультра. Вот такая банка, мне ее точно хватит на всю семью, на месяц, все будем здоровы. Почему нужна омега? Омега нужна, потому что мы хотим хорошую память, чтобы вот здесь вот шарики за ролики хорошо работали, нигде ничего не скрипело, чтобы было хорошее зрение, прекрасные сосуды. Кстати, для печени очень полезна омега-3 и для кожи. В общем, без омеги-3 жизни здоровой не получится. Если вы не едите хотя бы 2-3 раза в неделю глубоководную морскую рыбу, то у вас недостаток омега-3 и, соответственно, проблемы с мозгами, со зрением, с сосудами, с повышенным холестерином и со всеми делами. Поэтому на хорошую кожу тоже не стоит рассчитывать. Ну что ж, давайте я ее открою и покажу, как же выглядят эти капсулки. Первый раз беру в большой упаковке омега-3. Испортилась. Вот такие вот капсулы. Смотрите, выглядит как северная омега, но состав несколько другой. Что у нас в следующей коробке? Итак, с чего бы мне начать? Ну, начну, наверное, со своей дочечки. Очень уж она меня просила вкусную зубную пасту, чтобы с ягодками было. Но как я могу отказать ребеночку? Вот такая вот зубная паста на 99% абсолютно натурального состава. Гелевая структура, земляника и красная глина. Сейчас я вам ее открою и покажу, как она выглядит. Вот такой вот тюбичек. И вот здесь давайте снимем защитную пленочку. Вот она выглядит вот так. Вот смотрите, видите, вот такая вот гелевая субстанция. То есть это вот как киселек такой. Пахнет обалденным, настоящим бабушкиным киселем. Натуральный состав, только польза, никакой химии. Итак, следующая новинка. Вот такая вот сыворотка с гиалуроновой кислотой для кожи, головы и волос. Если вы когда-то слышали о пользе гиалуроновой кислоты, то знаете, это мега полезная, крутая вещь для здоровья нашей кожи, если мы хотим выглядеть молодо и красиво. Ну, хотя бы на свой возраст, а может даже и помоложе. Так вот, в капсулах гиалуроновая кислота позволяет нам получать более увлажненную, упругую кожу без морщин. Кстати, я принимаю гиалуроновую кислоту курсами, и я тут недавно делилась своими фото, какой я была еще 2 года назад. Вот, смотрите, кстати, фото, вот, ну как, страшилка та еще. Честно говоря, сама в шоке от того, насколько я поменялась благодаря сибирскому здоровью. Ну и гиалуроновой кислоте в частности. И вот так я выгляжу сейчас. Ну, фотку можно не показывать, я думаю, тут и так все видно. Так вот, дорогие мои, гиалуроновая кислота вовнутрь дает изумительные результаты для кожи, лица. Она очень полезна для суставов. И вот здесь гиалуроновая кислота, да, в дополнение к тому, что принимаем вы вовнутрь, в капсулах, вот это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Вообще, что дает гиалуроновая кислота? Она насыщает нашу кожу влагой, как губка удерживает воду. У кого сухая кожа, вам особенно это нужно. И даже выталкивает таким образом морщинки. Изнутри как будто морщин становится меньше. А вот эта сыворотка для кожи, головы и волос позволяет
кожу головы делать более тоже такой увлажненный, убирает сухость, шелушение, да, вот многим знакомо, ну, такая шелушение, как перхоть, да, и вот где-то вот аж чешется прям. Вот эта сыворотка с гиалуроновой кислотой, депантенолом, вот, так вот, вот эта вот сыворотка увлажняет кожу головы, увлажняет волосы, убирает зуд, шелушение, и, в общем, вы будете еще прекраснее, чем есть. Кстати, этой сывороткой можно мазать не только кожу головы по проборам, но еще и руки, если они у вас сухие, или, например, шею и кожу декольте, да, вот как пример, будет только на пользу. Значит, здесь вот такая пипочка, и она как, видите, вот такая вот тянучая. Давайте мы ее сейчас прям и намажем с вами на кожу. Так, сейчас сразу увидим результат. Запах очень приятный, он такой, знаете, нежный и свежий. И сейчас посмотрим. Она моментально впиталась в кожу. Просто моментально, то есть вообще никакой липкости, никакой вот неприятной такой вот, как, знаете, бывает, намажешь. Все, ее просто нет. И, честно говоря, я вам хочу сказать, что прям даже на ощупь чувствуется разница. Очень хорошо впитывается, видите, никакого блеска, все впиталось, и мне уже нравится. Так что, девочки, вот такая вот сыворотка для красоты ваших волос, для того, чтобы не было шелушения, ну и, конечно же, вот как... Слушайте, очень классно. На руку прям даже по коже ощущается разница. Поехали дальше. Что же я еще взяла? Сыворотка с гиалуроновой кислотой. Да, я пошла по гиалуроновой кислоте. Я очень много всего прочитала, поняла, насколько она полезна для нашего здоровья. В общем, гиалуронку я принимаю вовнутрь. Буду использовать в виде сыворотки по проборам на кожу головы. На ручки, кстати, очень хорошо. А это специально сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой. Вообще, сыворотки от сибирского здоровья. И это что-то с чем-то, дорогие мои. Ну, посмотрите на меня. Да, помните фотку 2 года назад? В общем... Ну, красота страшная сила. В общем, я вам советую. Смотрите. Единственный минус, нужно крышечку с пипеточкой отдельно покупать. Ну, либо у вас, может быть, от старых каких-то флакончиков сибирского здоровья осталось. Сейчас, секунду. Так. Запах очень приятный. Да? Ну, давайте вот так попробуем. И нанесем рядышком. Так, вот. С тем, что я уже нанесла. Сейчас проведем с вами эксперимент. Первый раз пробую, до этого не брала. Ой, все-таки в сибирском здоровье умеют делать БАДы и косметику, я вам хочу сказать. Смотрите, впиталась в кожу все моментально. Просто у меня на руках кожа достаточно сухая. Вот это вот, ну, скажем так, есть такой грешок. И вот здесь... Вот прям моментально все впитывается, никакой липкости, что здесь, и я могу сказать, что, ну, в общем, результат ощущается вот прям на ощупь сразу. То есть вот эта рука, которую я не мазала, она более такая шершавая, здесь сразу более такая мягкая и бархатистая. То есть применение, вот с одного применения уже видно результат, и никакой липкости. Вот видите, даже блеска никакого нет, то есть моя кожа все прям впитала быстренько, как губка. Поэтому, друзья мои, гиалуроновая кислота — это один из секретов нашей молодости и красоты. Поэтому принимаем гиалуронку вовнутрь в виде капсул. И, конечно же, вот такая вот для кожи волос, да, и вот такая вот для лица. Ну и не забываем, что это можно и на кожу декольте, и на ручки, если они у вас сухие. То есть вот это вот, вот здоровье и красота вашей кожи. Поехали дальше. Что же у меня здесь есть? Ой, у нас вышла новая линейка продукции с морскими водорослями. Я смогла урвать только вот такой вот шампунь, увлажнение и объем. Все остальное на мне закончилось. То есть мне не досталось. В общем, этот шампунь я обязательно попробую, расскажу, как же он вам, как же он мне зайдет или нет. Давайте пока просто на запах хотя бы попробуем. Запах такой, знаете, не женский, не цветочки, не ромашки, нет. То есть такой, я бы сказала, запах и для мужчин, и для женщин. То есть он такой морской какой-то, действительно свежий. И абсолютно нет вот этой вот такой навязанной женственности. То есть это мужчинам тоже подойдет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши мужчины тоже гордились своей шевелюрой, я думаю, стоит попробовать. Шампунь, увлажнение и объем, морской коллаген и ламинария. Ламинария — это мега полезная водоросль. Ну, а коллаген, понятное дело, очень полезен для структуры наших волос. Кстати, для кожи в том числе. Коллаген я тоже пью и вам советую. В том числе это один из
секретов такой вот хорошей бархатистой кожи, какая она есть у меня сейчас. Поэтому, дорогие мои, вот это, я думаю, тоже будет некая крутая штука. Ну, потом дополнительно я вам расскажу, когда попользуюсь. Дальше. Вот такой вот нейровижн взяла. Взяла его не для себя, взяла для ребенка. У меня у сына, в силу того, что много сидит за компьютером, за телефонами, учится в школе, да, плюс еще играет, маму не слушает, переходный возраст, 12 лет. В общем, стали проблемы со зрением возникать, поэтому взяла ему вот такой вот нейровижн, будем с ним восстанавливать зрение. Опять же, через месяц-другой вам расскажу, каковы наши результаты. Пока нам окулист запретил пользоваться вообще гаджетами и сказал, просто отдыхайте, берегите свои глазки. Ну вот, решила заодно ему нейровижн подключить для того, чтобы помочь, соответственно, зрению восстановиться. Буду вам обязательно рассказывать о наших результатах. Уверена, что все будет просто супер. Итак, вот он, то самое средство, которое я ждала на протяжении полугода, и мне оно никак не доставалось. Я думала, что уже не настанет тот час, когда же я вот это вот смогу держать в своих руках, попробую и начну применять. Честно говоря, девочки, вы не представляете, что это такое, насколько это важная и полезная штука. Видите, даже дополнительно в бумажку замотали, чтобы не разбить. Я себе взяла две баночки. Вы не представляете, что это. Это лактоферин. И тут тишина. Наверное, мало из вас кто знает, что такое лактоферин. На самом деле лактоферин — это такой особый белок, который вырабатывается в очень большом количестве у мамочек, когда у нее рождается ребеночек. Это может быть у женщины, это может быть у животных, например, у коров, да, то есть молозиво, вот то самое молозиво, которое, благодаря которому новорожденный малыш, у которого совершенно нет иммунитета, он получает первые иммунные клетки. То самое молозиво, лактоферин, в котором содержится, оно как раз-таки и заключено вот в этих капсулках. Для чего принимается лактоферин? Лактоферин, во-первых, это очень сильное средство для улучшения иммунного ответа организма. Я могу сказать, что когда мы с сыном лежали в больнице, когда он был совсем маленьким, одна из соседок по палате смогла купить японский лактоферин, японское молозиво. Я, честно говоря, прям очень хотела, чтобы вот она мне тоже где-то это все нашла. Но у нас в России я найти лактоферин вообще никак не смогла. Они живут на Дальнем Востоке, до Японии там близко, они купили. Я, к сожалению, не смогла себе тогда этот продукт позволить и найти. Но с тех пор я не забыла, что это такое. И когда я увидела, что в Сибирском здоровье есть лактоферин, я поняла, что это обязательно должно быть у меня. То есть, кроме того, что это сильнейшее средство, натуральное, природное, которое помогает нам укреплять наш иммунитет, данный продукт — это еще очень сильный антиоксидант, который помогает нам бороться с такими серьезными проблемами, например, как различные вирусные заболевания, да, гриппы, это может быть вирус герпеса, это различные серьезные проблемы там с печенью, с почками, то есть снимает воспалительные процессы, очень хорошо помогает восстанавливать иммунный ответ. Кроме всего прочего, восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта и даже борется с хеликобактер пилори. Если вы не знаете, что это такая противная бактерия, из-за которой возникает изжога, гастриты, и до язвы дело может дойти. Поэтому, если у вас с этим проблема есть, вот это тоже будет очень полезно для вашего здоровья. Ну, то есть, одна сплошная польза, я вам хочу сказать. Что еще? Кстати, если у вас есть дефицит гемоглобина, да, если низкое железо в крови, лактоферин помогает связывать железо и улучшает его усвоение нашим организмом. То есть еще и помогает железодефицитную анемию, скажем так, убирать, и благодаря ему железо лучше усваивается нашим организмом. Вот. И, кстати, также этот продукт помогает нам выводить шлаки и токсины из нашего организма. Ну, то есть одна сплошная польза. Девочки, я могу сказать, что это один из просто вот, ну, шикарнейших продуктов для здоровья, для иммунитета, для снижения воспалительного процесса, для борьбы с хеликобактер пилори. Ну, здесь множество просто пользы, и все благодаря тому, что вот этот белок лактоферин, да, он очень сильно влияет на наш иммунный ответ. При этом это не какая-то химия, это природный компонент. Единственное, есть один момент: если у вас есть непереносимость белка, молока, да, вот проблемы с этим, то в данном случае здесь нужно быть особенно осторожным. То есть, если у вас непереносимость вот
молока коровьего, да, безлактозное молоко пьете, например, здесь нужно быть особенно осторожным. В остальном продукт просто изумительный. И я вам рекомендую запастись, пока он есть в наличии. Потому что вот он появился буквально несколько дней как, и я уверена, что долго он не залежится. Ну что, дорогие мои, я еще раз хочу подвести итог. Да? Я делаю упор на гиалуроновую кислоту, ну, в общем, очень нравится мне, как я выгляжу. Да, я думаю, вы тоже заметили по этим фотографиям, которые я показывала. Я буду делать упор на улучшение иммунитета и вообще желудочно-кишечного тракта. Очень хочется быть молодой, красивой, здоровой. Если вам нужна помощь в подборе продукции, в оформлении заказа с кэшбэками, со скидками, с подарками, чтобы знать все-все-все, ничего не упустить и получить по полной, пишите в личные сообщения, всем помогу. Расскажу, программу составим и заказик максимально выгодно и удобно для вас оформим.